Коллективный Запад ведет против России опосредованную войну, оказывая беспрецедентную поддержку марионеточному киевскому режиму. С февраля прошлого года Украина получила сотни танков, более 4000 боевых бронированных машин и бронеавтомобилей, свыше 1100 орудий полевой артиллерии, а также десятки современных реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов западного производства. Совокупный объем помощи государств НАТО, Евросоюза и их партнеров превысил 160 миллиардов долларов. Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии и в перспективе Швеции. После присоединения Хельсинки к Альянсу сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в два раза. На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России. Существующие риски связаны с милитаризацией Польши.